Меня зовут Антонина, я вас приветствую на своем канале «Дачный сезон круглый год». Ну вот, подходит время посева семян на рассаду. И я уже задумалась о том, что нужно готовить почвосмесь. Сейчас я приготовлю одну из составных частей этой почвосмеси – кокосовый субстрат. Его я буду готовить из покупных кокосовых брикетов. Как же готовится субстрат? В емкость ложим брикеты, распаковали их, положили. На один брикет заливаем где-то 2,5 литра теплой воды, главное не хлорированной. На два брикета 5 литров воды получается. Ну вот смотрите, вы видите, что брикеты напитываются водой и увеличиваются в размерах, набухают. И стоят эти брикеты в воде 1-2 часа. Они распадутся и превратятся в кокосовый субстрат. Через 2 часа получается однородная органическая масса. Тщательно все перемешиваем. Наш кокосовый субстрат готов. Можно использовать кокосовый субстрат самостоятельно, как почву для растений, но в ней практически не содержится никаких микроорганизмов, то есть земля, эта почвосмесь как бы получается стерильная. Лучше все-таки кокосовый субстрат использовать в смеси с другими почвами, что улучшит структуру почв, повысит рыхлость этих почв и воздухопроницаемость, что очень важно для растений. Также это готовый органический материал для питания почвенных микроорганизмов, что повышает плодородие. На этом пока все. Смотрите и дальше мои полезные видео. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.